Всем добрый день, меня зовут Роман, канал Red Decoration. Ребята, сегодня я сделал очередной камин, сейчас немножечко вам покажу это как влог. Я не снимал такое видео, реально такие техники нанесения у меня есть. Значит, на самом камине делал портал, это была декоративная штукатурка типа венецианской Петра Лючида. Там опять 5 цветов. И портал вот этот, вот, который перед камином, делал декоративным покрытием ветра. Здесь мне, конечно, будет тяжеловато вам показать. Видите, вот так вот переливается ветра. Но здесь, видите, будут два светильничка. Один вот и второй. И сам камин, вот так он чудесненько выглядит, ребята. И что я могу добавить? Значит, смотрите, вначале мы делали камин вот посветлее вот этого вот мрамора. Но заказчик передумал, захотел сделать темнее. И, в принципе, правильное решение, потому что мне сейчас самому нравится, как он и выглядит. Здесь все те же самые цвета остались, только коричневый и серый сделал я в два раза темнее. И пришлось переделать. Что мне нравится в этом камине? Ну, Коля, поставь сюда лампочку. Вот тут. Видите? А, сейчас отсюда. Видите? Вот там будет светильник. В центре один. И вот так вот получается выглядит объемно и сам портал, и сам камин. Плюс по краям будет два бра. И вот это декоративное покрытие ветра со стеклянными шариками, оно заискрится при небольшой подсветочке. Но у нас возникал вопрос. Вот смотрите, ну Коля, поставь в угол. Вначале думал, если сделать два светильника внутри, то возможно увеличится объем. Ну у нас одна лампочка можем. А сейчас посередине. И вот если один светильник посередине. Ребята, оставьте свой комментарий, как правильно сделать и было бы интереснее и объемно. Все-таки один или два по краям. Такой, ребята, небольшой влог. Одно, что я вам скажу, я вам обещаю, что я обязательно такое видео сниму. Сейчас я оставлю вам просто ссылочки на два видео по нанесению ветра и как я делал такой аналогичный камин. Но я смотрю, задаете очень много вопросов, и все-таки я сделаю на образце, не спеша, немножко освобожусь, потому что очень много работы перед Новым годом. И вот такое, как я делаю вот это вот покрытие, я вам обязательно сниму и покажу. Ну а на сегодня у меня все. Оставляйте комментарии. Спасибо вам большое за просмотр. Всем вам удачи и добра. С наступающим. С наступающим.